Слева три моба еще. Кто-то уже убивал по своей обновы? Мне кажется, нет. Сейчас дадут первый на сервере, убийца РС. Ставь шкаф, хорошо. Сумените отсутствующих, сейчас подойду. Это что бахать? Ну, Пахлонская прот, холодец Т5. Я кулаки. Туда ты каски. Ты на том прикол хочешь? Давай. Песенку включу. Фласка на куплю. Начинайте с поисканков. Лола не заходила, забеги на меня. Она обиделась.
Теперь песня в голове сидит. Будешь подпевать, когда дома никого не будет, да? Лучше я вообще слух не подпевать. Пол-литра основу, мутант первую копию, Покровский вторую. Волкер, коровку, Строгарин тут. Начинай, Ваня. Цирк приехал. Болтар не оставляет живых. Страдание. В мире хватает героев и бедствий. Странно, что хп у Рудиакта мало. Что мало? Хп у Рудиакта мало. Может, 2-30% выключили? Да, может. Что вроде обычно было 70 под прожимками, а тут что-то 68. Хп пика. Есть. Поможем. Двое сильнее страдания. Чуть там. Но это только сон. Он большой. И будет всегда готов. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось не. Сейчас с этими песнями наша девушка пройдет с толку с объема и не будет плохо играть. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Ваня, мутант, у тебя есть фласка на ап? Один за другим. А за сколько ты купишь? На 100 голд. Начинайте, кто-то из танков. Не, у меня нет. Блять, вот я чернился называется. Атакой руководил кровожадный Зарик. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел.
блять, меньше выдано можем. Можно удалить чары, да? А что там, кстати, Джерин удалил паладина или нет? И можно его... А, так его звали пиздобол, можно с этого делать, да? Реально не удалил? Нет. А главное, что он сам предложил. Самогон удалил бы. Что вы говорите сейчас? Как пробуем? По старому, да? Ну да. Ну только мутант по зарему втанчит, я тогда начну лучше. Если мутант сдохнет, то я точно сдохну. Да, давайте пол-литра тьмы, мутант, свет, Поклонская, мелкий трэш. Там сейчас и мелкий вроде сильнее бьет, хилы, отбегайте дальше, за рейдом стойте, чтобы вас мелкий вообще не бил. Смотрите, с какой стороны мелкие бегут, и старайтесь позиционировать так, чтобы мелкие, мелкие пробегали через рейд, чтобы они до вас не добегали. Потому что если добегут, они вас убьют. Надо будет 2-3 роги ходить. И просто бывает такая ситуация, что лужи вокруг нас обливаются со сторон, и мелкие, получается, бегут со сторон на рейд. То есть не под Халионом. Там нужно это смотреть, все за хило. Так, паладина, надеюсь, там все распределили. Да. Только ауру от тьмы поменяйте. Не наш. У кого от тьмы аура стоит? Ретри ауру уберите. Напишите, у кого от тьмы ауры стоит? У меня. У меня. От тьмы? От тьмы у меня стоит. А, Йоша, у тебя какая? Красная. На броню ставь. Кощуга на броню. Холодец от огня ставь. Секьюрити от тема клина. Поставьте рыбу. Так, первая пати тьма, все остальные свет. Свет хилят секьюрити и холодец, тьму, сковородки, Рейгель и Персия. Смотрите хильте танков, потому что бить будет сильнее сейчас, чем раньше. Танки прожимайтесь, банки обязательно выпейте. Баня, у тебя нет на хп банки? Нет, да я в батьке буду, там, думаю, нормально все будет. Поставьте рыбку, братишки. Без нее обычно танчу. Поставьте. Так, четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. Так, по инерам. На второй фазе заливаете Ригелю, на третьей фазе секьюрити. Секьюрити старайся первую фазу экономить ману. Воид заливаешь Ригелю в начале второй фазы, коробку в конце второй фазы. На третьей фазе по откату секьюрити заливаете. Так. Диспел. Дуду типка или дедмайнтед? Кто из вас подиспелит? Ну, Персия все остальное диспелит. Кто третью фазу свет подиспелит из ШП? Все, дуду типка диспелит. Давайте чек на готовность. Правосудием света кто из вас бьет? Я. Кто не хватает? А, суммоните Ракшаза. Готов, Ракшаз? А есть у кого-то духи эти на СПД? Дайте Кригеру. Спасибо. Ешьте рыбу. Я, кстати, если не ошибаюсь, если, допустим, всем пить одеколоны, то, допустим, даже на силу атаки, то она будет суммироваться на каждого человека. Если всем пить одеколоны, печень откажет. Да ладно, неплохая шутка же была. Блин, тренуй одеколон на СПД.
все готовы, давайте соберитесь. Начинай, Ваня. Усипка вынесена. Перебежали. Таргарин нет. Вроде все так же. Обычно. Да. Смарт-килметка. Перебежали. Так, Поклонский на ДД написал. Да? Таргарин метка. Снимай духа с сковородки, поднимай Персию. Да, мелкие, по-моему, начали сильнее бить. Заходи. Ваня, рейд ждем. 10 тонн мелкий бьет. Зашли рейд. Да это нормально, так и должны бить. А было сколько? 8. Было 8, 7, 8. Ничего не изменилось, короче. Батлрад метка. Бить уже через рефристы. Истерия есть. Кидай мага. Волкер метка, заходите, все добили. Следующую метку ближе к морде. Дедмайнтед. Секьюрити тотем защиты от огня на третьей фазе поставишь. Корпус. Бьем пока босса. Убирать метка, выходим в свет. В святой рост. Перебежали. Персия после лезвия гимна ману. Это там на риге или кто там во тьме? Танк упал. Уже бри. Не надо. Падаем. Ебать. Сколько ты получил, Ваня? Сейчас да там маны что-то вообще не было. Хилы что-то вообще слили. Сковородкер 0, Персия 0, Шаман. Сейчас дану. Не, у меня нормально. Да, не, немного. 33. Ну, короче, 304, потом через почти 3 секунды я убила. Ну, как обычно. Да. Мелкие только сильнее начали бить. А большой не смотрели, процентальчик большого. Да так же вроде. А он, смотри, ауры 50% и атака 50%, так и должна быть. Ну да. Да вроде нет. Атака должна быть намного больше, чем аура.
Ну-ка, кто там? Да, кстати, там код доступа рай, с ними не ходите, когда-то с ними пошел. Недавно перед кем АКРС сломали, там вообще конченые, на метеоре умирают по 4 человека от огня. Ну, так же, как и у нас. Так, че тебя убило, Ваня? Ну, хила не было, там что-то по мане сели быстро. Почему? Ману запивали? 3 секунды выжил и все. Коровку не залил манну Ригелю. Ладно. Ты не залил. Ну, не знаю, может, ты прям перед выходом ему залил. Но у меня нету в аккаунте, что ты ему заливал. Окей. Пань, тогда что ты говоришь, у него маны не было? Ну, с коровки не было маны, там он вообще слился, еще просил маны Персия, тут же там пару процентов оставалось. Сковородкер — это его проблемы, сковородкер. Заливайся ты сразу на 80%. 80% у тебя на первой фазе все заливай. И ты как раз там где-то под перевод. После перевода у тебя будет еще второй иннер. Дайте лапку, друиды. Это там шаман нормально заливали. У меня вообще не все нормально. Ты видел? Васап не напуливали мелких? Нет, не видел. Почему? Как Персию убила на первой фазе, видел? Но она близко стояла. Не близко, но я сзади стояла рейда. Сзади рейда она стояла. И ну ты передо мной стояла. Ну там и ложит. Ну, короче, я не знаю. Напуливайте, старайтесь там. Они причем по месту, где напул должен идти, шли таким образом. Да, там еще кровь исцеления, тут дал молитва, тикнула, и вот и ахнул, давайте начинаем. Ригель, зайди за линию. Начинай, Ваня. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Блять, хоть бы напулил. Берет метку. Там батлер, как дела? Клаудис метка. Я понял. Сковорокер, поднимай его. У него КД. Коробкус поднимай, только быстрее. Коробкус, коробкус, быстрее. Перебежали. Не заходи. Зашли рейд. Там смотрите, пометки как поставят, я потом Хариона выровняю. Там, че-то, дай кому-то метку, то они сейчас сдохнут. Я на себя поставил, звезда, смотрите, встаньте. Волкер метка. Что меня подлагивает. Звезду встаньте. Персия, метка, заходите. Как ты умер? Наверное, его пивом убил. Коровку сближе к морде.
Ой, поднимешь его, как выйдем. Бэров нету, ни то не дохните. Ракшас, дашь СС холосу? Диспел. Один. Походу надо поза. Да, не врывайся сразу, поклонская метка, выходим в свет. Дали в святой рост. Буду тип метка. Диспел. Перебежали. Нормально. Волкер метка, восьми дали рост, свет трэш бьем. Выйди в свет этот Dead Seeker. Уебанетка. Диспел, 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 диспел. И выходи в свет сразу. Перебежали. Поклонская, давай там интенсивнее это. Раскол, демон, пожми, Ракшас. Ебанетка. А, свет, стоп, не пейте, блять. Готьма, сейчас будет 70 у вас. Бать, ну нахуй. Поклонская, под каждый мелкий отожимайся. Все, упали? Да, падаем. Короче, кто первый типа, упал, тьма или кто? Свет. Слышишь, что WhatsApp? Смотри, так, короче. Это... ДЦ есть у кого-то? Ты кого хочешь, что ты хочешь? В свету добавить ДЦ. Третий, давай, тип, да? В ДЦ, да. А знаешь, что мне кажется? Смотри, да помолчи, вот что. Мне говори. Кажется, надо вместо кота взять рогу, то есть меня на рогу, ну потому что на пула не хватает, эта хуйня будет. Котомку и сольешь, а вот две роги будет лучше. Не знаю, как последний раз, но до этого хант напуливал, когда трэш уже пришел. То есть да, он не помогал половину собирать его. Я даже виду не в том, просто кот умирает, блядь. Ну, я такой, ну не полезен, короче. Ну стоп. А с третьим хилом и рогой вместо кота нормально должно быть. Ну, давай зайди на рогу. Ну блин. Просто стопнуть надо и все. Не-не, останься, подожди, на коте, да. Не врывайся сразу, подожди немного. Ну, давай, типа, попробуем. А ДЦ кого хилить будет? ДЦ, ну, считуешь... хилов хилишь, нету никого в трэше, хилишь МТ, стакаешь на нем щиток, хиляешь щиток, а там уже как весь трэш собрали, поклонскую считуешь, кота считуешь, то есть весь рейд не считывать не надо, метки можешь считывать, но главное считуешь, когда мелкий трэш, чтобы когда бежит, чтобы были хилы под щитами всеми, чтобы хилов не убило. Ну и когда свободно, там танков хилишь и диспелить будешь. То есть, наверное, не хочешь, чтобы хилов не убило. Ну и держишь на коте, чтобы хотя бы было там время какое-то, чтобы не ваншотнуло его. Слышь, если там будет у вас на 4 приста, там можно на каждой перебежке за одним пристом закрепить одного игрока, чтобы он чит кидал на перебежке чисто один раз и все. Да нет, ну ДЦ будет смысл. Не, ну вместо ДЦ просто обратно, а ДЦ, да? Давай еще тоже. Вместо баф. Только это, пусть на третьей щитует, пока мне быстро сгоняют. Блин, вообще как нереально хуйня. Ну там время будет тоже, там Таргарина, кота, вот эти, которые врываются без напула в трэш, чтобы их не снесло сразу. Но обязательно, чтобы хилы были засчитованы.
Там, понимаешь? Там весь рейд, то есть не надо считывать даже, что? Они без стаков десятку бьются, стаками они по 13 уже бьют. Блядь, непонятно, Слава, я чё? Мне кажется, не понимаешь, что это? Ну, мне кажется, тут только 2-3 роги, чтобы одну цель было захилить проще, и тогда заебись будет. Ты по-клонски смотри, там один трэш прожимай клятву, один трэш прожимай этот клык. Клык обязательно прожимай. И щит небес обязательно перед трэшером бафами. От первых ударов спасет хотя бы. Все готовы? Заходите с линию. Начинай, Ваня. Буду типка. У нас на големах трое остается. Перебежали. А, да. Волки, расставайся добивать големов. Две лужи в рейд. Молодец. Ну вот посмотрите на его труп. Сука, кому это все говорится? Я не понимаю вообще. Просто ловит, блин, лицом своим этот трэш. Дайте баф по паладинам. Макгрегор метка. Разгони его. А, там, наверное. В танки. Мутант, беги быстрее. Поклонская БЗ. Блять, что вы творите? Войд, поднимай его. Это КД, блядь. 40 круг. Падаем. Короче, понял, да? Пад. Смотри, вот он бьет много. Ну, сорвать куриком вообще легко. Вихрь, ты с протопала срываешь. Берем. Ну это его проблема. Это, блин. Дедсикер, ну это пиздец просто. Не, ну как? Ты никак тут не. Два больших врей. Мелки бегут через него. Вообще, я не знаю, я бы там. Да меня вообще одиноко. Ну понятное дело, блядь, ну там стаков куча. Холодец тоже, блядь. Лежит труп под боссом. А холодец кто хил? И кто он там? Ну, хил. Мне кажется, только тут роги 2-3 надо. Чтобы хилить, ну, блять. Да мозги тут надо понять, что не надо врываться в трэш, который бежит. Ну, давай, а заходи на рогу, Слава. Нет, мне кажется, только так мы завезем. Ну блин, сейчас с маной будут проблемы. Один иннер. Ну, это надо что-то делать. Вот престол куда-то девать этих нахуй не нужно. Как по мне, это просто сильно мозги надо, а не рога еще один. На пульщики даже на пуле. Если не на пуле, надо на пульщиках менять. Два не на пуле, там, ну, не хватает, видишь. Да, иду на хода. Не знаю, что там насчет смарткила 8к, там на пул наверняка слабенький. Волки, расстаешься добивать больших. Переместил тебя в четвертую пати.
активируйте, старайся первую фазу вообще выйти в 100% маны. Поставьте рыбу. Не, ну сейчас ты правильно говоришь, с маной проблемы будут. Но 4 гимна в эту свиту есть, по сути. Молодец. Все готовы, заходим за линию. Начинай, Ваня. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ракшас. Диспел. Небеса в огне. Перебежали. Уже в рейд. Нормально. Что это было? Волкер метка. Таунт. Сковородки рейсбер. Блять. Дедмайт, коробкус, ну поднимаем. Перебежали, не поднимай, перебежим, потом поднимешь. Ну это пиздец уже. СБР. Поднимай его сейчас, секьюрити метка. Смарт-кил. Заходи, Ваня, сразу рейд стоим, ждем. Зашли рейд. Секьюрити. Регель метка, заходите. Опять как вы заходите? Буду типа метка. Дедсикер, выйдешь в свет. Смарт-кил. Лапы, лапы. 54%. Смарт-кил, ты слышал? О, Дедсикер, ты слышал? Угу. Окей. Берут интеракт. Выходим в свет. Перед посланником Смертокрыла. Дали в святой рост. Батлрап, ты в руках говорить можешь? Дедсикер, только не врываешься сразу в трэш. Коробки не бью. Не-не-не, ты бьешь его, но не сразу.
Понял. Перебежали. Батлрап, 8 дали рост. Свет, бьем трэш. Таун по холосу. Большой вреден. Ну, что это такое? Падаем. И два хантера. Мутант. Такого я не ожидал от тебя. Да замуха я попал. Да не, все нормально. Ну, большой пришел, это все уже. Ну, значит, ханта надо на большого на пуле. Да ничего не надо, там спокойно все набивается за БДК. Ну а как срывали там, блядь? Да он его даже не стаунтил, походу. Он стаунт. Не-не, он был на нем. Он был на нем и потом сорвался в рейд. Че? Да кого он? Нихуя себе так свакать-то, блядь. Так, ну давай сейчас я на хантов и на рову зайдем. Да, нормально будет. Кощуга, послушай меня. Видишь, мелкий трэш бежит? Бурю не прожимаешь вообще. Так я лужу только лил. Ты смотри, сколько он бил. Я тебе в чат линканул. Ну и лужу тогда не лей перед трэшем. Нет, кстати, от лужи он что-то срывается как-то просто. Стопайте все АОЕ, пока трэш бежит, хилы и прячьтесь от него. Поклонский, ты смотри, вот как сейчас на холодца побежали они через тебя. Сразу по нему мастаун давай. Дайте каску ПДК. Готов, да, Кощуга? Начинай, Ваня. Таргарин, блять. Таргарин, сука. Волкер метка. Перебежали. Уже в рейде. Блять, заберите с меня мелкий трэш. Поднимай сковородки меня. Беги, малышка, беги! Перебежали. Сейчас твой буш. Персия метка.
Давай переводим, Ваня, заходи сразу, речь ждем. Заходите во тьму. Сковородки в метку. Заходите только нормально, не так, чтобы вы под мордой заходили у босса. Несложно догадаться, как это зайти надо. Смарт-килл метка, заходите. Гарин, ближе к морде, правее, еще правее. Перси. Пятьдесят три, пятьдесят два. Я к этой хрени не могу ничего кастовать. Нельзя применить к этой цели. Смарт-килл метка, выходим в свет. Жесть, я не могу бить босса. Раздаю? Да, давай, Рост. Перебежишь Риала, щелкни, да и все. Отворот метка. Перебежали. Я прожимаю. Во тьме дали рост. Свет, трэш, смарт-килл, метка. Все нормально, бью. Босса не бьем, свет, только трэш. Бэтлрад нет. Доливаем все мелкий трэш. Перебежали. Питсикер, это чё во тьме? А, ну ты да. Все привет. Наступить. Так, сейчас ненормально. Холоди Смит. Перебежали. Фейкаст метка. Босса не бьем, добиваем трэш и ждем 50% материальности. Все мелкие трэш. Коровкуса, коровкуса, забери с коровкуса, коровкус, подними Таргарина. Или КД, наверное. Перебежали. Это тотем поставлю. Дэд Сикер, выйди в свет. Кощуга, поставь фару на броню. Продиспельте Кригера, точку прожил. Я тотем ставлю. Все РДД бьем большого. Грозу не кастуй, большого, все большого. Бегите, мелкий, погоди. Перебежали.
Две лужи в рейд. Последний трэш. Пробуйте, бейте, бейте. Тьма, не бейте. Да, нормально все, бейте. Бейте большого, бейте мелкий трэш. Шурупец, выходи тоже в свет. Дырок нет? Секьюрити медленно. На хп возьми, крикните. Блин, босс отхилился, перебегайте. Ну, кажется, два раза отхилился. Фейкаст метка. Да, падайте. Тут... Пробуйте, бейте, не знаю. Стопайте, пока живые все. Падайте. Ничего, ничего не хватает. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Дамага не хватило. Третий рога нужен. Блять, Слава, закройся нахер с третьей рогом, задолбал. Да серьезно? Блять. Какую херню несешь уже? Четвертый и пятый еще надо. Не, серьезно. Васап, слышишь, нет? Чё? Я смотрю, кто, ну, кто дольше умирает, того и бью. Если смотрю, мелкий живет, а у большого... Просто у нас маг умер, вышел еще один фурик в свет. То есть понял, мелкий там залился бы. Я смотрю, говорю, и когда надо, я мелкий подбиваю, а когда надо, большой. Не так, как он убиваюсь. Давайте быстрее рисуемся. Дань, релот не слишком, чем тебя забагнуешь. Да я релот прописал, тогда разбагнулся.